Добрым людям добрый день! Продолжаю сегодня свои летние заготовки впрок. И сегодня мы вместе с вами приготовим пикантные помидорки. Вот такой вот калейдоскоп цвета и фееричный калейдоскоп ароматов. Сегодня будут помидоры с перцем и базиликом. Сочетание великолепное, улетное. И еще в моем рецепте будет присутствовать чесночок. Вот такое острое, вкусное, пикантное блюдо. Приступим к приготовлению. На дно баночки я вложу листья базилика. Сколько их положить, да вам решать. Сколько хотите, столько и положите. Чем больше, тем ароматнее. А дальше я буду укладывать слой помидорок, нарезанных пополам. Вот таким образом. Вот таким красивейшим образом. Обрезаю вот эту часть. Вот таким образом оставляю. И еще добавлю в эту же баночку пару веточек фиолетового базилика. Он более острый и более пряный. Это будет очень интересный вкус. В эту же баночку я положу один зубчик чеснока. Можете положить больше. Все, больше никакие пряности не требуются. Теперь приступим к упаковке следующей баночки. Следующую баночку я уложу несколько по-другому. Я подготовила болгарский перец. Вниз я положу немножко перца. Потом я положу зеленый базилик. Потом я уложу помидорки. Еще немножко перца и фиолетовый базилик. И дальше слой помидорок. Эта баночка у меня получилась вот такая. Перец, зеленый и фиолетовый базилик. Я не забыла чесночок и помидорки. Посмотрите, какая красота. Вот она. Продолжим. А в следующей баночке у меня зеленый базилик, красные помидорки, чесночок, перец, желтые помидорки. И вот они снова, красные помидорки и листочек базилика. Вот такой калейдоскопчик в этой банке. Вот такая красота у меня получилась в баночках. Теперь мне надо это залить маринадом и либо простерилизовать в течение 4-5 минут, либо дважды залить рассолом. То есть первый раз мы заливаем кипятком, даем остудиться баночкам, полностью остудиться, сливаем, добавляем соль, сахар и снова заливаем, и тогда уже закатываем. Вам выбирать. Я не могу с собой сегодня договориться, наверное, я все-таки в течение 4 минут это простерилизую надежней. Почему? Да все потому, что у меня нет опять ни одной ложки уксуса. Итак, сегодняшний рассол мой будет следующий. На 1 литр воды я возьму 50 грамм соли и 100 грамм сахара. У меня закипел рассол. Разливаю рассольчик по баночкам и поставлю стерилизоваться свои баночки. Я все-таки решила 4 минуты простерилизовать. Это не сложно, но надежно. Вот таким образом я поставила баночки в кастрюльку мою любимую. Залью сейчас по горлышке водой и буду стерилизовать 4 минуты с момента закипания воды в кастрюле. Влила водичку. Вот так выглядят мои банки в воде. Ставлю на огонь на 4 минуты. Банки в обязательном порядке накрыла стерилизованными крышками. Вот и закончилась моя сегодня работка. Вот такой красивый калейдоскоп цвета, вкуса и ароматов. Вот он. Теперь мы его перевернем каждую баночку и укутаем в пледик. Макар мне помогает.
Вот такая красота у нас сегодня из макота получилась. Если вам понравилось наше видео, наш рецепт, вы, пожалуйста, оставьте свои комментарии. И не забудьте подписаться на наш канал. А еще не забудьте, Макар, что сделать? Поставить лайк. Поставить нам с Макаром лайк. Мы желаем вам всего доброго, здоровья и благополучия. Пока! Всем пока и до скорых встреч! До свидания!